Так. Все работает. Начал я еще запись. Значит, всем здравствуйте. Сейчас я буду проводить жеребьевку к лиге 1 на 1, которая пройдет на платформе ASICAP. Сайт сейчас ASICAP не работает. Но все, кто хотел, в принципе, все регнулись. Время было предостаточно, поэтому я не буду отклоняться от графика. Так, здесь у нас был такой игрок под ником The Tower. Значит, исключен из лиги с позором. Почему? А, вот. Так, значит, Паха, ты оплатил? Не отвечай на глупый вопрос, то есть вопрос по оплате, глупый вопрос. 15 минут оплаты не будет, то есть до старта лиги официального. Кикнут с лиги. Кикай. Из принципа. Он принципиальный. Он не будет оплачивать. Хотя оплатили почти все. То есть кто-то там задерживается чуть-чуть. Ну, очевидно, что они оплатят. Собственно, вот. Осел удален. И ослу присвоен статус. Исключен из лиги с позором. Ну, это позорное отношение ко всем, поэтому это позор. Теперь перейдем к самому главному. Естественно, жеребьевке. То есть у нас 21 участник из разных людей городов. Рейтинг у всех в начале 1600. Про рейтинговую систему я рассказывать не буду. Все описано в темке лиги. Это очень долго будет в формате того, что я сейчас записываю. Для чего я взял города? Во-первых, по нику жеребьевка слишком очевидная. Вот видим, мы тут 21 ник, то есть участников. Участников 22 все-таки. Так, кого я не вписал? Это вопрос. Сейчас будем думать. А, хи-хи-хи, Найп НК. Хи-хи-хи, Найп НК. Кип, Спартан, Капик. Кип, Спартан, Капик. Есть. Есть. СО1, Легион, Прат, Леон. СО1, Легион, Прат, Леон. Есть. Файл Снео, Войкс, Витаун, Босс, Лектор. Файл Снео, Витаун, Босс, Лектор. Войкс еще. Да, Войкс был, да. Куэлла, Around the Band. Куэлла, Around the Band. Лорд оф Авернус. Есть. Кретина, Сибзорг. Есть. ЛТД Локи есть, X-Files Matrix есть. А, 21. Ё-моё, пиздец. Я сегодня играть тур точно не буду, потому что я хуёво соображаю очень. Не выспался вообще. Так, значит. Пиздец жестко. Так, здесь оплата была. Последние такие стрижки, соль за лишнее что-то. Вот. Значит, по нику жеребьевка будет, в принципе, очевиднее. То есть тут идет сортировать. Фамилия, по фамилии, да? Ну, тут имя, фамилия. Вот, тут точки начинаются, скобка, и потом все буквы пошли. Пары бы при вот такой жеребьевке были бы вот такие. Я их еще, кстати, не видел. Там до этого я делал что-то на работе. Там был Keep the Tower, я точно помню. А здесь сейчас по-другому все будет. То есть Tower удален здесь уже. Так. У меня, кстати, получается, потому что я последний в алфавите, нет соперника. Видимо, НК. Как-то, видимо, эту жеребьевку делают. Ну, в принципе, я рад, что такая жеребьевка не будет. Потому что я последний в алфавите. То есть он отжеребьевывает вот так. Значит, отменить пары нажимаем. Ну, у кого-то будет, не будет соперника, потому что 21 человек. Еще раз сортируем. Типа, и автоматически те же самые пары выдаст. Так. А еще можно попробовать отсортировать по методу вот этого какого-то там УСВР, что-то такое. Ну, то же самое. Отменить пары. Да. Так, блин, может все-таки будет 22 участника, это плохо будет, когда не будет у кого-то
соперника. Так, каждый тур. Так, теперь. Что мы делаем? Теперь каждому игроку мы вбиваем его город. Пермь. Все правильно. Вбивал это. Закончил я, по-моему... Да, на Бэтаун-боссе. Бэтаун-босс у нас имеет город Воронеж. Around the back Владивосток. Ебать, знаешь. Воронеж. Владивосток. Капик у нас имеет город Киров. Знаем такой город. Кретинос, вот человек без города, это мы пока оставляем. Это самое важное здесь. Это гомельский пацан. Этот у нас парень. Из Самары вроде, да? Да, из Самары. Самарский жулик. Я в Самаре, кстати, родился. Лектор. Ну, это никому не интересно, конечно, но я так сказал. Воронеж. Два воронежских пацана у нас уже. Воронеж. Леон у нас из Минска. Говорил. Так, да. Из Минска. Лорд оф Авернус у нас также из Минска. Найпик у нас из Хатимска. Брат у нас тоже из Хатимска. Куэла у нас из Красноярска. Красноярск. Сигзорг у нас Иркутск. Иркутск. СО1. СО1 у нас воюет под Донецком. Спарта на ЛТД. Он говорил сначала, что он из Спарты. А так он, по его словам, из Москвы. Войкс у нас из Элисты. Эти два парня у нас из Сургута. Сука, блядь, последний получился в алфавите, бесит. Я вам неправильно писал, я очень туплю. Сугрут, блядь. А я живу в городе Подольск. Так. Все города прописаны. Так, кстати, говоря... Может, все-таки кто-то найдется поиграть? Последний человек, я не знаю. Сейчас... Блин, сложно так найти. Не ответил Валерка. Даже когда Дристаш обратился. То есть по имени почти. Выложи на записи. Так. Блин, 21 это плохо, я только сейчас это понял, когда жеребьёвку сделал. Так, у меня рабочий стол захватывается, да. Так. Вот. Серёга. Стрим идет. Серьёзки. Надо найти одного игрока. Прям вот реально найти, блядь. Эта карта заготовлена, чтобы рандомить город для кретиноса, потому что сортировка будет по городу, как вы поняли. А кретинос ясен. Пик как-то поменяет там что-то в таблице, когда нажмем на него. То есть поставим его какой-нибудь город там такой, а потом сделаем жеребьевку, а потом поменяем город, на который будет выбран рандомно. И мы увидим, что что-то изменится. Собственно, это самое важное. Значит, ждем ответа от Сереги. Блядь, срать хочу даже нахуй. 8 челов смотрит. Напряженно, блядь.
Не знаю. Так. Все города проставлены. Сортировать. Клуб. Да, клуб у нас был, в графе клуб был написан город. Добавить. Удалить. Ок. О, совсем уже другая сортировка. У Крикиноса города нет, и он первый в списке. Смотрим, кстати, какая будет жеребьевка в этот раз. Фиде. Критерий. Нет, никаких критерий нам не надо. Тут у нас Воикс идет со свободным туром. Брат Леон, Кейла Найп, Филматрикс, тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та-тра-та-та. Неплохой такой этот расклад. Много очевидных пар довольно-таки. Есть неочевидные какие-то пары. Ну, как для меня. Ну, и понятно, что этот тур будет отменен, потому что... Блядь, очень плохо, что вот этот вот там... Как его? Свободный тур, он будет влиять на рейтинг неправильно. Так. Блин, все плохо. Не отвечает. Закрыть дверь. Там ганги могут быть от мамки. Ладно, придется играть. Все наметилось изначально. Будет у нас пропуск, значит, тура у кого-то каждый раз. Ну, может быть, как кто-то из лиги выйдет, так получится, что бывает такое нечетное количество участников, ничего страшного. Так, как же мы будем выбирать город? Может, мне на Твиче какие-нибудь предложения там поступит, или в Skype, может, напишите, какой город будет у Калькиноса. Киргизия, можно в Киргизию полететь. Я не знаю, можно подвигать рандомно мышкой и сделать увеличение пару раз. Да, я так, наверное, буду делать. Еще раз 5 так сделаю и буду увеличить постепенно. Так, а теперь я закрываю глаза, просто хуярю и прибавляю. Так, ищем прям первый город. Что появится первый город в экране, то и будет городом Крикиноса. Не понимаю, эти города есть? Что это, блядь? Солтус. Все, значит, город Крикиноса Солтус. Первый появился Солтус. Солтус примерно не в конце таблицы, то есть как бы в середине. Но это не важно. Появился Солтус, значит, Солтус. Открываем Крикиноса. Пишем Солтус. Пишем окей. Теперь делаем сортировку. Да, Крикинос у нас переместился аж на 16-е. Владивосток на 1-м. Теперь мы делаем автоматическую сортировку первой пары, первых пар. Собственно, я нажимаю. Собственно, я еще раз нажимаю. Цвет, кстати, можно игнорировать, он не важен. Ну, там, на следующий тур. Сейчас в первом туре цветов никаких нет, это в шахматах черный-белый. Сейчас все равны. Но это на будущее нажато. Окей. Ну, пусть так будет. Так, значит, у нас Воикс свободный. Он получает одно очко сразу. Итак, пары у нас вот такие получились, значит. Раунд Базе Бент играет со Спартаном Алтадем. НК играет с Виталом Боссом. Легион играет с Хи-Хи-Хи. Лектор играет с Кип. СО1 играет с ЛТД Локи. Кретинос играет с Сибзорком. Капик играет с Матриксом. Нео с Куэллой, Левым Снайпом, Прат с Лорд Фавернусом. Сейчас.
Может, там ключ что-то написали, какой-то метод. Сумма. Войкс, это... Спрашивал свой скайп, это было, короче, это... Сори, я тупой, я не проверил. Его ник аукцион, напишите, пожалуйста, его ник сюда в скайп. Свободных туров, чтобы не было, не было, не было, блин. Сейчас включу. Жду ник, пацаны. Сейчас будем аукционы город искать. Пишите ник его точно. Да, ребят. Ау, чё? Ну, вот он у меня есть, вот. Он не отвечает мне. Я 17:47 еще спросил. Отлично. Хорошо, что. О, неправильно пишу. Да. Аукцион, блядь. Так. Значит, ищем город для аукциона. Так, значит, результаты этого тура забудьте. Отменяем пары. Добавляем нового игрока. Аукцион. Так. Ищем ему город. Сейчас поселим куда-нибудь его. Давайте в Америку поселим, что ли. Какой-нибудь штат. Не знаю. Буду сюда двигаться, наверное. Какой-нибудь Вайоминг. Паудер Ривер мне бросается в глаза. Паудер Ривер. Пусть живет в Паудер Ривере. Может быть, город Паудер Ривер или считается исход лиги. Паудер Ривер. Окай. Окай. Сортировка по городу. Так, понятно. Ну, автоматическая сортировка пар, собственно, самое главное. Оп, оп, оп. Итак, что мы видим? Значит, раунд забыл на аукцион. НК регион, потом был директор КИП. Рисовал один Локи, коллективный Сибзор, Капик, X-Files, Нео, Капик прямо любит братьев, то один, то другой, X-Files, Матрикс, Куэлла, Лорд Фаверну, Снайп, эта пара не изменилась, по-моему, вроде как. Эта пара уже была в первом, ну, а потом ее не было, опять они вернулись к истокам. Посмотрим, кстати, на цифры, как они распределены, 11-22, здесь разница в 11, а, разница в 11, тупо, алгоритм прост, это же первый тур, в 11 разница, 1-11. А нет, 1.12, да, 1.12, 2.13 получается. Да, вот таким вот парами компьютер определяет, получается, что... Понятно. Значит, собственно, эти пары я сейчас перенесу в Google таблицу. Все они будут доступны.
можно начинать уже играть на первый день до нового. 3 дня. Сегодня четверг, пятница и суббота. Ну, типа, сегодня 3 дня, потому что первый тур, как бы, четверг не считается. Ну, все сейчас должны включиться. А потом будет по 2 дня с этим дополнительного дня. Техлузу вообще не раздавать не хочу, чтобы было все хорошо. Все. А когда результаты проставляются, то тут так просто. Хоп, нажимаешь, и вот так проставляются. Очистить. Киперу очко очистить от говна. Вот. Собственно, все. Можно не сохранять. Сохраняйся автоматически. Все. Всем пока.